Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Эти люди должны трудиться над укреплением своего характера, заставить себя преодолевать собственные слабости и нерешительность, поверить в себя. Это настоящие первопроходцы. Смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Звук «В» в этом имени связывают с коммуникабельностью и способностью к творчеству. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. «В» – значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Это имя наделяет упорством и реалистичным планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Всем, чего владелец этого имени достиг в жизни, обязан исключительно себе. Такие люди всегда стремятся быть самостоятельными и независимыми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.